Оформить заграничный паспорт нового образца ульяновцы теперь могут в криптокабинах. Их установили в региональных МФЦ. Аппараты работают сейчас в Ульяновске на Гончарова 11 и в Димитровграде на Октябрьской 64. Криптобиокабина – это специальное средство с особой степенью защиты криптографической, где человек, придя сюда, может сдать свои персональные данные, а именно отпечатки пальцев, сделать фотографию, не ходя в МВД Ульяновской области. Необходимый пакет документов помогут оформить специалисты МФЦ. Заявителя потребуется российский паспорт или свидетельство о рождении, квитанция об оплате госпошлины. Получить готовый документ можно уже через месяц. Гостям региона выдадут паспорт через 3 месяца. Биометрический загранпаспорт нового образца действует 10 лет. В нем больше страниц, и он позволяет сократить время при прохождении погранконтроля.